Замечательная актриса Елена Кравец опубликовала семейный снимок по случаю Дня вышиванки. На нем, кроме Елены, запечатлены ее муж Сергей и их прекрасные и милые трехлетние двойняшки, Катя и Иван. До этого момента актриса не спешила показывать лица детей. Ежегодно в третий четверг мая мы с нашими зайчатами кравчатами фотографируемся в вышиваночках. Быстренько с самого утра перед выходом из дома. Двойню Кравец родила 19 июля 2016 года. Но все, братцы, началось. Ночи бессонные и короткие, дни хлопотные, и все взрослые уставшие, но счастливые, включая собаку, признавалась Елена тогда. Как раз сегодня ночью поняла, что мне лично тоже нужна эта замечательная вещь, укачивающий центр. Я, например, тоже хочу лежать, слушать музыку, качаться и спать как младенец. Старшей дочери Елены и Сергея, Маша в феврале исполнилось 17 лет. Она уже вполне самостоятельная и живет отдельно от родителей. Девушка позирует в фотосессии для украинского бренда одежды. Поклонники уже начали пророчить очаровательной девушке модельную карьеру. Отметим, актриса «Квартала 95» Елена Кравец очень редко показывает своих детей. Однако всегда гордится их достижениями. Ведь дети — это наше счастье, берегите их.